Всем садоводам привет! Приобрел арочную теплицу 4х6 метров в компании «Уральская усадьба». Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20х20 мм, поликарбонат фирмы «Новатра» толщиной 4 мм. Приступаем к сборке. Основание для теплицы сделал из бруса 80х100 мм. Брус пропитан антисептиком. Вшиваем торцы теплицы и поликарбонатом. Начинаем сборку каркаса. Следующий этап сборки – прикручиваем арки. Проклеиваем защитной лентой торцы поликарбоната во избежание попадания влаги и различных инородных предметов, которые уменьшают срок службы поликарбоната. Обрезаем поликарбонат по форме арки. Один торец установили, выравниваем прогоны. Каркас собран, сейчас будем крыть поликарбонатом. Прикручиваем каркас к брусу. Ответственный момент. Накрываем каркас поликарбонатом. Смотрим, чтобы защита от ультрафиолета поликарбоната была стороной к солнцу. Эта чуча пришла вам помочь, хотя бы морально. Прикручиваем поликарбонат к каркасу. Используем саморезы с большими термошайбами. Для жесткости каркаса прикручиваем диагонали укосины. Монтируем систему подвязки. Прикручиваем крючок для фиксации двери. Окно оборудовано таким же крючком. Крепим теплицу к земле. Резиновый торцевой уплотнитель повышает герметичность теплицы. Вот такая получилась теплица. Занимались монтажом вдвоем с товарищем, не имея подобного опыта. Тем не менее, по ходу монтажа проблем почти не возникало, а там, где появлялись вопросы, консультировали специалисты компании. Что еще порадовало, торцевой профиль, перволенту, резиновый уплотнитель, саморезы положили с хорошим запасом. Что ж, осталось дождаться урожая. Пишите свои комментарии. Всем пока!